Они любят природу и общение, активный и здоровый образ жизни. Им нравится свежий воздух, запах леса и труднопроходимые препятствия, палатки, дым костра и песни под гитару. Юные туристы на прошлой неделе собрались на туристический слет школьников в живописном уголке Абинского района станицы Шапсукской. Самые разнообразные формы эффективного и безопасного летнего отдыха для детей и подростков организованы в Славянском районе. Одна из них – туристические слеты. Традиционно славянские школьники отправляются в горы Абинского района, чтобы провести большой туристический слет. Здесь в главных туристических дисциплинах соревнуются и самые обычные школьники, участвующие в слете впервые, так и члены различных туристических клубов со всего района. Достаточно за 2 года вырос уровень. 2 года назад я здесь был. И видно, что школы друг на друга смотрят, равняются, тянутся к более сильным и развиваются. Конечно, слет – это прежде всего соревнование. Судьями, секундомерами, подведением итогов. И участвуют в нем только те, кто в этом действительно заинтересован. Я принимаю эти соревнования в участие, потому что мне это нравится. Мне нравится такой вид спорта, нравится, чем я занимаюсь. И вообще, я люблю природу, люблю лес. У меня 2-й разряд по спортивному туризму, и сюда мы приехали со своей командой, чтобы победить в данных соревнованиях. Мы делаем большие успехи и надеемся победить. Но каждый вечер стоит закончиться соревнованием, как непримиримые соперники превращаются в лучших друзей. Ведь, несмотря на строгие правила, не лишен турслет и романтики. Здесь поют песни, готовят еду на кострах, рисуют и играют. По итогам соревнований «Пеший туризм» первое место заняли школьники 29-й школы станицы Петровской. Победители определены, но проигравшими себя никто не считает, так как благодаря турслету все участники получили заряд бодрости и хорошего настроения, прекрасно отдохнули и оздоровились. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».